25 октября в храме Рождества Христова, в день памяти святых отцов 7-го Вселенского собора, прошла архиерейская литургия. Ее возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел. Митрополита встречало духовенство храма, казаки, воспитанники русской православной школы, детского дома «Рождественский» и прихожане храма. Для того, чтобы вот так познакомиться со всеми вами, с нашими храмами, чтобы вместе с вами помолиться, с нашими клириками, со священнослужителями, с вами, нашими православными христианами, послушать, как поют ваши хоры, кто приходит в храмы. Вот так я пытаюсь сейчас познакомиться с нашей Екатеринодарской епархией, с моей теперь уже епархией, за которую я буду нести ответственность и перед Богом, и перед Церковью. И поэтому я сегодня с большой радостью прибыл сюда, в этот замечательный храм, который, я замечаю, внутренне преображается. Я хочу, дорогие братья и сестры, всем вам в этот воскресный день пожелать, чтобы мы помнили о своем предназначении, о временной жизни, которая начинается здесь на земле, но будет продолжена в жизни вечной, в загробной, чтобы мы, подобно спортсменам, каждый день тренировались, упражнялись и в молитвах, и в посте, и в исполнении заповедей Господней, и в делании их дел, творении дел добра, любви и милосердия. Вот тогда мы действительно будем настоящими православными христианами. По завершении архипастырского визита владыка посетил русскую православную школу, встретился с молодежной общиной храма, посетил казачий хуторок, а также встретился с воспитанниками воскресной школы. Ну, а наша задача — поверить тем, кто это видел, тем, кто это писал. Ну, молодцы. В завершении владыка преподал родителям и детям воскресной школы, а также всем присутствующим, свое архипастырское благословение.